Если бы Азам сделал вес, так и было бы. Но когда ты 2 килограмма не делаешь, извини, в финал прийти не вариант. Какой промежуточный вес? Человека сняли, врачи, ему плохо стало. Какой промежуточный? Человека сняли, проблема со здоровьем. Что касается Азама Гафурова, соперника Алана Гомеша, учитывая это еще бой гран-при был, Азам сам не сделал 2 килограмма, это усложняет задачу. Если бы Азам сделал вес, можно было бы говорить о том, чтобы автоматически пропустить его финал, учитывая все слеты, все, скажем так, сорванные поединки. Но так как сам Азам не сделал вес, тогда уже об этом говорить не приходится. Свой полуфинальный поединок Азам проведет после Рамадана. Он в полуфинале, а вот кто будет его соперником, будет это Алан Гомеш, Курбан Гаджиев, Азамат Кирефов или кто-либо другой, это мы уже узнаем чуть позже. Вот такие дела. Мы очень хотели до Рамадана все эти полуфинальные пары определить, но видите, здесь ситуация, с которой мы до этого не сталкивались. Поэтому мы не можем с перевесом человека финал пропустить, в то же время и соперник выбыл, и боя не состоялось как такового.